Вы себе не представляете, как приятно выходить на сцену под аплодисменты. Записываем. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас и чувствовать в добром здравии. Пацаны нас снимают. Поэтому надо делать умные лица сегодня. Да? Да. Сегодня на самом деле юбилей. Ровно 763 выступления назад мы впервые вместе соединились. Ну, тоже считал. Я не знаю, но юбилей, что-то это юбилей. Мы так решили, во всяком случае. Ребята об этом еще не знали, вот я так сейчас придумал. Короче, 21 с лишним год назад, это уже в картах перебор, соединились три мятежных сердца, три бунтарских разума из разных городов нашей великой и необъятной тогда. Вот и на свет Божий явился терцет, мы так себя скромно называем, не трио какое-нибудь, не 2+1, терцет, который сейчас поныне носит название «Муха-1-2100». Почему, я думаю, будет рассказано дополнительно. Вообще, не знаю, поднимите руки, кто впервые вообще будет видеть это чарующее действие. Сколько нас? Мы. О, у нас немало. Это хорошо. Вам повезло. Плюс еще трое, мы тоже. Мы не знаем, что произойдет. Следующий. Что угодно может быть. Но, тем не менее, на свет Божий появились песни, которые мы написали вместе. Песни соединились вот в какую-то программу, которую мы сегодня хотим вам представить. И заглавная песня, почему это называется «Песня под мухой»? Не потому что певцы и авторы выходят на сцену, извините, нет, потому что на первой нашей пластинке совместной первая песня была под названием «Муха», а все остальные под ней, поэтому песни под мухой. Ну а вот через 20 лет вышел диск, который мы назвали «20 лет под мухой». Естественно, когда да. Я печень, а? А скажите, пожалуйста, дети есть сегодня? У присутствующих вообще. Практически дети. Все дети сегодня. Дело в том, что когда мы выступаем в залах, где присутствуют дети, то, как правило, приходит записку сразу. Спойте, пожалуйста, про муху. Про муху. Почему-то вот она детская песня считается. На самом деле мы ее как детскую теперь и воспринимаем. Ну попробую разобраться в очередной раз. Можно, знаете, так подхлапывать тихонечко, да? Как говорят наши братья по совете. Я не вижу ваших рук! Продавленной койке лежу, мастерю из себя мумию, а в окно с неизменным жужжу. Мой секретный влетает агент, сходу лампочку яркую бьет, залезает с ногами в постель и шифровку мне передает. Монотонно жужжа в темноте. Муха моя, муха, она шепчет мне в ухо, что не все так глухо, как в танке. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, и пойду в пивнуху в танке. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, и пойду в пивнуху в танке. Мой агент трет устало глаза, за день всякого видеть пришлось. Говорит, что один партизан на проезжую часть вынес гвоздь, и буржуйской страны президент, чертыхаясь, менял колесо и кричал, что отменит момент на поставки семейных трусов. И я по рации в центр стучу, мне из центра приходит ответ. Если так я еще пошучу, то не выдадут мне на обед. И дождаться от этой шпаны никаких просветлений в судьбе. Я героя родимой страны, сам посмертно присвоился. Муха моя, муха, она шепчет мне в ухо, что не все так глухо, как в танке. Вот пройдет чернуха и начнет
койке вдвоем. Мы с агентом решаем дела и последние крошки жуем, что забыли смахнуть со стола. А ей опять на задание лететь, мне опять мастерить монумент. Дай нам, Господи, всем уцелеть. Не спошли в мою лампочку свет. Ну, запомнили сложный припев? Поехали. Кто помнит? И... Муха моя, муха, она шепчи мне в ухо, что несет так глухо, как в тайге. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, и пойду в пивнуху в тайге. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, и пойду в пивнуху я к тайге. Как говорится, познакомимся друг с другом. Вадим Мищук. Это я. Спасибо. Валерий Мищук. Это он. И Леонид Сергеев. Примкнувший, да. Да. Ну, знаете, так исторически сложилось, что за 20 лет сложилось так, что после первой песни обычно я первый прихожу как бы в такое нервонистическое состояние. И мне надо покинуть сцену, чтобы прийти в себя. Несколько успокоиться. Да, несколько успокоиться. Адреналин, знаете, перехлёстывает. Поэтому сейчас ребята остаются на сцене, а я к ним присоединюсь. Итак, Вадим Мищук и Валерий Мищук. Спасибо, спасибо. Ну вот пока Леонид уходит, я хочу спросить вас. Вам знаком проект «Песни нашего века»? Да? Молодцы. Вот Леонид является тоже его участником, бывших у нас участников не бывает, не бывает, да, как бывших, время от времени он присоединяется к нам, да. Так вот он в свое время сказал о песнях нашего века, о коллективе, что это не хор хористов, а хор солистов. Так и у нас терцет, это тоже не терцет, а собранный из солистов ансамбль такой маленький. И вот поэтому, может быть, еще и поэтому мы выступаем в общих концертах по отдельности. Вот. Ну и знаете почему еще? Потому что хочется свои песни показать немножко еще, ко всему прочему. Потому что наши песни отличаются от того, что мы поем совместно. Об этом мы еще чуть позже расскажем. Вот. А начать коротенькое такое сольное двойное выступление мы хотим с песни, которую в свое время посвятили совсем другим событиям, а уже вот года три посвящаем кризису, который то нас... То приходит, то уходит, то приходит, то уходит. Ну, в общем, мы говорим, что скоро опять все нас ждет. Так что, в общем, у нас... Не помешает. Непрерывный кризис. Все запуталось за последний год. Думали исправиться, думали пройдет. Все-таки не мальчик и уже пора. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Помаши с балкона мне гаечным ключом. Может, и сантехником стану я еще. Ничего само собой не наладится, но надо было за три моря ходить. Я пришлю тебе зеленое платьице и большой с красной кнопкой будильник, чтобы ты не проспала наши радости, чтоб жилось тебе легко и красиво. Я пришлю тебе восточные сладости и еще бочонок светлого пива. Ах, как мы намаялись за последний год, но и он когда-нибудь все-таки пройдет. Только что сегодня
вечера. Пожелай мне, милая, ни буха, ни пера. Да нет, уже не мальчик, знаю, что почем. А вернусь, наверное, тертым калачом. Я звоню тебе из города Хьюстона. Все в порядке, только очень скучаю. Все плоды здешней флоры надкусаны, но не пью я ничего, кроме чая. Разве только иногда, но за родину, за здоровье и за дам по традиции. Я пришлю тебе письмо о свободе там и финансовый отчет не у милиции, ой, полиции. Все, что мы растратили за последний год, кто-нибудь когда-нибудь, может быть, вернет. В кошельке заштопаю черную дыру, и мотив единственный к тексту подберу. Это ведь не горе и даже не беда, если я сантехником не стану никогда. Ничего само собой не наладится, надо было за переморья ходить. Я пришлю тебе зеленое платьице и большой красный кнопкой гудини. Послезавтра и у нас все наладится, а ведь не зря за три моря ходили. А тут тюк свое зеленое платьице и поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкую рукой. Принимай таким, как есть, я один. Это была такая, я скажу, такая несколько пожилая уже почти песня. А сейчас мы хотим спеть пару песен из нашего последнего, нового совсем... Не последнего, а заключительного. Заключительного, как правильно. Горнолыжники. Да. И не только горнолыжники. Альбома, который называется «В таком ключе». Вот две песни эти на стихи одного и того же поэта, Алексея Морозова. Нашего большого друга, он тоже часто выступает, приходит на его концерты. Вы знаете, все приближается наш замечательный праздник, самый лучший, самый желанный, наверное, Новый год. Но мы очень хотим спеть не о Новом годе, а о нашем русском празднике, старом Новом годе. Песня так и называется «Не новый, Новый год». Я пью грузинское вино, душистое, как мед. Встречать вино заведено, не новый, Новый год. Уже январь 13 дней, на ватмане снегу. Выводит циркулем огней порочный круг долгов. Презрев примету, прикурю от меркнущей свечи. И в дом покаюсь январю, в чем Бог не уличит. На чем бессонница моя пугливо умолчит? О чем бессовестна молва на всех углах кричит?
воздух по весне. И я буду слушать, чуть дыша, как дышит сын во сне. И запрещенные стихи не обратятся в гарь, и непрощенные грехи отпустит мне январь. Грузинское вино, душистое, как мед. С печати вино заведено не новый, Новый год. Еще одна песня из «Нового альбома». Вы знаете, очень много песен о разных городах, о Москве, там куча песен, даже у нас есть кавалеры, там несколько песен о Москве. Есть песня, вы знаете, там о Нью-Йорке, там Нью-Йорк поет Фрэнк Синатра. Есть даже целый мюзикл про Чикаго, про город. Есть даже... Кто-нибудь приезжал, скажем, из Москвы в Тольятти на поезде? Нет? Нет таких? Нет, там, когда московский поезд прибывает в Тольятти, звучит песня Митяева «Послушай, приятель, ты не был в Тольятти». И так далее, да. Вы знаете, вот о том городе, о котором мы сейчас будем петь, я вас уверяю, никогда поезд, приходящий из Москвы, в этот город не будет встречать наши песни. Я не уверен в том, что об этом городе вообще есть песни. Если есть, вы нам пришлите, пожалуйста, записки. Вот кто-то из этого города как раз сегодня уже. Вполне возможно, да. Сейчас я. Были мы молодые, резвые и худые, мело трезвые, и с гитарами колесили по окраинам всей России. Кому нравилось, подпевали, на венца в стакан подливали, и гитару, пустив по кругу, выпивали мы друг за друга. Значит, в Липецке, значит, в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Запаслись пивком, да лехами. Поехали, а как рухнул железный занавес, мы дышать обучались заново и глотали ветра на станциях, то в Италиях, то во Франциях, и объездили пол Германии с неразменным рублем в кармане и обучали их пить стаканами. Жаль, что водка у них поганая. А вот в Липецке, а вот в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Запаслись пивком, да ехали, ну поехали, ну поехали. Ах, какими мы были наивными, брали в долг фальшивыми гривнами, по долги возвращали первыми трудовыми кровными евроми. И у каждой красотки стервочки наши фотки висят на стеночке. И не строите мне глазки, девушка, да я дедушка, а я не дедушка. Помню, как на острове Геринга оленухи махали с берега, от Никольского до Америки час моторкой вы не поверите. Но не вышли мы, видно, формами, не пускают нас в Калифорнию, значит, мы в мире будем рыпаться, два плацкартных возьмем. Танит в Липецке, будет выпить с кем, будет выпить с кем. Опустил мешок на
что, приехали? А ну, приехали! Приехали! Ну, практически мы все с вами приехали. Ну, мы с вами встречаемся сегодня в преддверии, как Вадим сказал, уже одного из самых замечательных праздников. Это выборы 4 декабря, да? Неизвестно, когда, да. Еще нас много праздников. Это имеет в виду, да. Неизвестно, когда мы в следующий раз встретимся, поэтому с наступающим вас 2012 годом, дорогие. Ну, заодно и с 13-м тоже. Сейчас, кто настроит? Все, выше. Знаете, обычно бар гитару не настраивают, они вот как выходят на сцену, так вкусно звучит на всякий случай, вкусно. Они или настраивают как дети, вот, чтобы толпи для себя ровные. Они как дети есть. Я побывавший там, где вы не бывали. Я повидавший то, чего вы не видали. Я уже там, стоявший одной ногою. Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Даже когда трудна и когда опасна. Даже когда несносна, почти ужасна. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога. Вот погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади, города и страны? Женщины вы, Жанны, Марии, Анны. Дружба была и верность, прождая слово. Комья земли стучает о крышку гроба. Ставит сторон над темною той рекою. Ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни, шарик непрочно свитый. Зыбкий туман надежды, дымок соблазна. Штопаны, перештопаны, пятый битый. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо по гроба красно перед восходом. Лес опустел морозно, вокруг ясно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом. Холодно, братец, а все равно прекрасно. Мой друг воробушек, с Новым годом, холодно, братец, а все равно прекрасно. Радостные Вадим Мищук, Валерий Мищук, Леонид Сергеевич. По времени привыкнул. Ну а сейчас начинается часть нашего совместного уже творческого творения. Знаете, когда мы поехали в первые совместные гастроли, совершенно неожиданно для нас, это был 21 год назад, мы попали в Крым. Тогда Крым была еще совместная территория. И был конец октября, где-то уже и не то, что там отдыхающих, по-моему, даже аборигенов в Крыму уже не осталось, и было холодно. Нам представили удивительную женщину, Галину Ивановну, да? Елена Ивановна. Елена Ивановна, да.
Елена Ивановна, она ходила по пляжу, там лежали одинокие пенсионеры, как тюлени, которые просто не могли подняться уже. С мегафоном. Она ходила с мегафоном и, знаете так, подходила к спящему пенсионеру и в ухо ему, наставляя мегафон, говорила: «Сегодня!» Человек, знаете, говорит: «Концерт Мещуки Сергея». Потом она заходила в столовую корпуса какого-нибудь, садилась у выхода, ноги на стул, и никто не мог перелезть через ноги Елены Ивановны, потому что она орала в микрофон, что «Сегодня концерт Мещуков Сергея». Никто не знал ни Мещуков, ни Сергеева, но все по 10 рублей и шли. Однажды она пришла к нам и сказала: «Ребята, большая удача творческая, концерт на птицефабрике». Говорим: «Елена Ивановна, а то, что он слушает, будет кури, гуси, там два пьяных скотника и директор птицефабрики, живущий с курицами». Она говорит: «Яйцами дадут». После концерта, действительно, для двух скотников, директора и трех курей, значит, мы такие понурые, значит, возвращались. Она, тяжело груженная этими коровками с яйцами, была счастлива до мяча. Это была квинтэссенция нашей гастроли. Мы так развлекались вот таким образом. Ну и вот как-то сидя в кофебиле, в кафе, пьем кофеек, значит, дождик идет. Ну как-то нам надо себя взбодрить, понимаете? И да, по слушаем радио, по радио, да. По радио как такой набор, там Любэ, Атаман, Есаул, Газманов, в общем, такая стилистика гражданской войны. Мы такие сидим, думаем. А время-то вы помните, какое было? Вот все ждали, начнется гражданская война или не начнется, на самом деле. Ну, скоро. Ну, да, вот как-то вот, да, тревожно было. И мы, сидя, значит, в этом кафе, решаем, что давайте вот мы какие-то песни такие напишем, может быть, на эту тему, еще на какие-то. И причем, не похожие, как я уже говорил, не похожие на то, что мы до того делали. Вот. И поэтому давайте, значит, не под своими фамилиями. Альбом выпустим, да, не под своими фамилиями. Все скажут, да, странно скажут, кто это, она скажет, а вот это мы. Под фамилиями девичьих фамилий наших матерей. И получилось бы вообще вот очень смешно. Это вот так. Вадим и Валерий Кочаровские и Леонид Овсянко. Ну, что-то Леонид не захотел. Да. Ну, нет, как-то что-то. Да. И мы, в конце концов, таки написали песни и выпустили альбом, но уже под своими именами. Вот, и там был такой цикл, красно-белый цикл, вот как раз размышления на эту тему. Ну, 21 год назад, прежде всего, сами уйдите памятью туда, вспомните себя и послушайте две песни из этого красно-белого цикла. Вот, первая песня называется «Крымский вальс». Да, вы знаете, когда несколько лет назад, ну, лет 10 да, уже 10. Лет 10 назад, да, когда я видел передачу «Служу России», и как раз была посвящена разделу Черноморского флота. И вот на фоне этого раздела Черноморского флота звучит наша песня почему-то. Да. Хотя мы думали совершенно о другом. Но, оказывается, имеет и такой смысл, наверное. Да. Ну, наверное, для редактора. Так, для... «Крымский вальс». Кто-то вернется судьбой, раненый в жарком бою, кто-то вернется живой, вместе с другими в строю, полный красивейших рек, к югу приходят теплей, не отмолитим в воде. Смертное ржание коней, чей обрывает совет, пули пробившей седло, белой акации снег, кружит над царским селом, белой акации снег, кружит над царским селом. Thank you.
Сияет красный листок белую беду волны, чью-то седую тоску самый ветер унес. Тихо шуршит по песку нежная ненависть слез. Кто-то вернется сюда грузом больших якорей, чью-то седую тоску самый ветер унес. Тихо шуршит по песку нежная вера без слез. Тихо шуршит по песку нежная вера. Ну и такая молодая наглость. У Акуджавы была песня «Батальное полотно». Мы сидим в кофейне в Коктебеле, говорим, у нас будет песня после «Батальное полотно». По радио там поручик и Саул, у нас будет под хорунжий, даже не хорунжий. И вот следующую песню мы написали, и сами еще не понимали ее величия, это я, естественно, шучу, величие мы осознали, когда в Симферополе нас пригласили на телевидение во время этой гастролей выступить, и мы в маленьком предбанничке телевизионном, ожидая вызова в студию, столкнулись лоб в лоб со 125 человеками, которые назывались Краснодарский кубачий казачий. Да, ну, казачий. Там, сидя в уголке, так репетируем себе эту песню. Так, они услышали, да. Когда... Четыре баяна и 125 своих казачьих кубачьих голосов, они спели нам эту песню. Вот мы послушали со стороны и содрогнулись уже. Ну, сейчас мы втроем попробуем. Сейчас мы содрогнулись. Каждый за 43 человека. Рублена
наша тут вина. Я увидел фотографию, где это такая старуха лет 90 фотографирована, да. И под ней написано «Невеста Тараса Григорьевича Шевченко». Это персонаж. Такой персонаж. Самое интересное, что это с песней, которую вы слышите, ну никак, вообще никак. Она, песня обычно написана в заключении концерта, но... Не намекай, Вадик. Нет, на самом деле нас почему на Украину все время тянет еще? Дело в том, что щуки, вот, они же как-то. Да, у нас нет, родители оттуда как раз. Половину, из Киева. Вот. Хотя жили мы не в Киеве. Да. Ну, хорошая двойная фамилия. Мещук Котировский, да? Пока они платят. Улак Артемовский, Мещук Котировский. А я Овсянка Сергей. Вы знаете, мы тут недавно выступали как раз на этом на юбиле. Вот у нас какой 4 числа был праздник, да? День. В общем, какой-то день был, да. Но я помню, что он выходной, да, и что он связан с тем, что поляков выгнали из Москвы, да. И вот мы выходим с Валером где-то 4 числа. А шоу усилий. Вот сегодня поляков там вот какой-то там 400 лет назад выгнали из Москвы, а мы с Валером, извините, наполовину поляки, поэтому думаем, выгнали отсюда или нет. Лимита. День прошел, да. Ну, а езжали тут, а сам татарин. Песня называется «Тихая мелодия». Тихая, тихая. Тихая песня. Песня была очень вилками. Неважно, неважно. Я бы сказал, как вилками можно стучать под сурдинку. Спит под фонарь ночная прохлада,
волны колышет зеленое солнце. Солнечный зайчик пригрелся в оконце. Тихая мелодия, что еще надо? Солнечный зайчик пригрелся в оконце. Тихая мелодия, что еще надо? Надо немного денег, не дай шелест признаний. Когда птица речная, неизъяснимое таинство рая, тихая мелодия, отзыв печали. Против течения скоро пристанет к истокам начала. Что это было, как много, как мало. Тихая мелодия, сон возвращения. Что это было, как много, как мало. Твоя мелодия, сон возвращения. Что это было, как много, как мало. Услышать свадьбу, или это ушло в далекое прошлое? У меня нет такой песни. Ваш поклон ушло в далекое прошлое. Ладно, Лёня. Или свадьбу, или это ушло. Ваш поклон. Лёнь, колокольнику или сапшу? Ну, сейчас мы не знаем. Ну, не сейчас. Ну, как бы, дороже или сапшу? Колокольник или сапшу? Колокольник или сапшу? Вообще разница, да, разница. Погодите, все будет, погодите. Да. Сейчас, пока мы рассказываем историю создания, это даже не песня, то, что вы сейчас услышите, это такого большого некоторого действия, это песни. Потому что в 90-е годы, когда еще, как говорится, перестройка только-только набирала, обороты не к ночи будет помянуто. И у дикторов центрального телевидения была такая присказка, слово «не воробей», поймали, вылетел. Вот. Оговорился человек в эфире, перенос отпуска на зимнее время, расстрел условный, все. И поэтому шаг вправо, шаг влево, побег. И поэтому люди копали, как говорится, в духовно-моральном смысле, вверх и вниз. И вот там уже, улетая в небеса, они были душевно свободны. Нет, духовно свободны, душевно больны. Мы тоже как-то, чаша сия нас не минула, и мы придумали такую песню о Козлове. Если есть Козловы сегодня, то все совпадения совершенно случайные. Мне кажется, что эта песня была тоже защищена, когда мы пили кофе. Много. Кофе был крепок. Я заслушался, Леонид, просто.
Самое главное. Колоколенко в секс-шопе. Да, я тоже. Сюжет новой песни вообще. Я вам должен сказать, что все это он говорит экспромтом. Не под фанеру. Когда он выйдет на сцену, вы попробуйте, попросите не пить, а рассказать что-нибудь. Потому что ему лучше не пить для сегодня. Да, у него, так сказать, штопанный-перештопанный мятый бит. Это про меня. Да. Жалко, что нет, Павел. На гитаре тяжело играть. Ничего. Ну, хорошо. Значит, песня о Козлове. Дайте много кофе, он себя сыграет. Да. Я вас попрошу немного собраться, поскольку произведение сложное, необычное, да, вот как так вот внутреннее. Если есть психиатры, то лучше им приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Московское время 6 часов утра. Доброе утро, товарищи. Передаем последние известия. Вчера в 19:08 у Козлова поехала крыша. А вчера в 19:08 у Козлова поехала крыша. Написать Баркаролу и Фугу, все побрить и опять зарасти. Он успел побывать на Таити, где живут шоколадные нимфы, и козлу пару-тройку мгновений уделил этим жрицам любви. Он позировал после Ван Гогу, так же делал фигуры Ван Дейку, сам Ван Бастен кормил его манго, откликаясь на зричное. Потом поманил его гость, недоступный, холодный, желанный. И Козлов, разбежавшись по горку, стартовал, как союз 27. Гуманоиды тихо рыдали, когда он одинокий и синий баражировал возле тарелок, заходя в расчетливо в хост. Словно вдоль по питерской пронесся Бам-б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 ам-
на землю погоду. Не боишь ты Саргасова моря, он летел, как веселый кефир. Каравеллы в четрюмах Аргенту покрывали ему свои трюмы, но в козлов лишь скептически булькал и швырял серебро по рагу. Чудеса он нашел Атлантиду, покурив на каком-то корале, он бычка зачинарил,
там один и хотел уже в гости бычка. Но хакло, да дым от водово, да дым течение. Отломала кусок Сахалина и его изумленному взору Атлантида открылась вся. Атлантида открылась вся. Атлантида открылась вся. Пацаны нас снимают. Как жаль, что проходят мгновенья, возвращается крыша на место, и лишь чувствует какой-то тревоги, тихо шквыркает левой груди, и газовка курит на басыда. Наши изыскания в крупных формах не закончились. Только начались. Да, только начались, в общем-то. И что нас подвигло к следующему такому глобальному произведению. Это на ОРТ программу «Старые песни о главном». 1, 2, 3 по скрипту. Да, мы думали бы там 8-9 аут. И телезрители лежат, а они как всегда шоколадные. Ну, мы решили приложить руку тоже к этому движению. И создали проект, который, на наш взгляд, называется не менее красивым. «Всякие песни о всяком». Один. Причем цифра один не указывает на обязательное продолжение. Там, «Всякие песни два», там, «Возвращаются». Нет, просто круто так. Один. Мы попытались соединить, на первый взгляд, несоединимые. Да, ну, это... мы из чего исходили? Значит, партийно-правительственные песни. Ну, сейчас просто партийные песни, да? Песни попсовые, песни самодеятельные, авторские. Мы исходили из чего? Слова, в принципе, те же самые, только ударения разные, да? Чем дальше, тем не говоришь же о буквах, о буквах и знаках. А знаки препинания вообще знания те же. И у нас была такая цель. Когда собирается такая хорошая, большая, нормальная компания, и мы начинаем петь эти песни, каждый вспоминает что-то нравящееся ему, и поет. И знаете, вот такой ровный, неумолчный хор голосов должен звучать во время исполнения особенно этого проекта. Особенно при исполнении первого произведения, потому что оно очень патриотическое. Да. Да, да. И при исполнении его мы обычно стоим. Вот сейчас полностью стоим. Вот старого мэра еще не посадили. Пока висим. Да, но мы давайте встанем пока. Хотя бы морально встанем. А гости столицы обязаны встать просто. Да, сначала зарегистрироваться. Сесть мы сюда сможем, успеем. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Любимая, ты моя, милая моя, солнышко весною, где в каких краях встретишься со мною, вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят кони над рекою. Ищут кони ладобою, а к речке не идут, больно берег круг. У моря, у синего моря,
мой, и купол неба голубой, голубой, кто-то другой. Ей наливает сын Антали твердой рукой, он бутерброд ей мажет красной икрой и нежно поет. Я люблю, досаду в глаз твою грудь. Но я люблю, руки сильные, брови в разлет. Я люблю, молод, но это пройдет. Проходит жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, повторяю я снова и снова. А вот уж окна зажились, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы папа подарил мне рассвет у зеленой палатки. Подари самолет высоко в облаках, стюардесса по имени Жанна обожает Мартини и Джованна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, стюардесса по имени Жанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, стюардесса по имени Жанна. Ну, пожалуйста, Жанна, самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моему сни руку дай, садя по лесенке на другом краю земли. Где? Это тут цитата из одной из свадеб Леонида Сергеева. В гнезде, где на границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят, они, ребята, точенные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Ша-ла-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла-ла. Шаланды полные экипажи, это все понес в гостя приводил, и все бенюжники вставали, когда пивнули он ходил. Чуть повыше будет. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. На песочке не на сладком сгорели, а сладкая песня для них. Целовались мы украдкой с Валечкой, и зажмуривалась робкая луна, и тихонько освещала нам она зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Вадим Мельчук, Валерий Мельчук, Леонид Сергеевич. Ура. Перерыв. И все мы. Спасибо. В это время вы можете посмотреть на наши виски.